Теперь пациентам не придется жаловаться на сквозняк. В областной клинической больнице проведены работы по благоустройству. Более 200 окон заменены на средства из внебюджетного источника. За счет самой больницы на территории выложены новые дорожки. Теперь по ним удобно передвигаться даже на коляске. Обновленную поликлинику пришел оценить директор департамента здравоохранения Василий Тубашов. Он отметил, в качестве субсидии регионального бюджета и в рамках национального проекта здравоохранения было выделено более 2 миллионов рублей. Они пошли на благоустройство вертолетной площадки и подъездных путей. А всего на ремонт окон и обновление территории потратили более 5 миллионов рублей. Главный врач областной больницы Александр Корнилов рассказывает, он и его коллеги на проделанной работе не собираются останавливаться. Мы хотим все-таки довести до ума это нашу консультативную областную поликлинику. Все-таки это как бы основная поликлиника, куда стекается основная масса народа, не только города Ярославля и области. Сейчас у нас подписана заявка на замену дверей. Внешний облик как помещений, как территории, он влияет в том числе и на лечебный процесс, потому что нам всем приятно лечиться в хороших, красивых, ухоженных помещениях. Областная клиническая больница у нас участвует в национальном проекте здравоохранения, проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тут находится одно из единственных наших основных гематологических отделений, где тоже находятся пациенты со всего нашего региона. А тут мощнейшая кардиологическая служба. Все это, естественно, поднимает имидж учреждений, и оно должно соответствовать ему.